Так, я стукаюсь микрофоном. Так, мы поехали. Раз, раз, раз. Наверное, мы поехали. Всем привет. Продолжаем проходить Долсы левелы для Пейнкиллера. Милитар Бейс была последний ужасный, кстати, левел, который меня занял практически 40 минут. И для такого наполненного врагами уровня там было слишком много, слишком мало патронов. Так что радости от этого уровня не было никакого. И на Найтмэре это вообще, наверное, был один из тех случаев, когда на Найтмэре проходить его было сложно. А, это начались те уровни, в которых вид сверху? Окей, это странно. Так, меня убили. Ладно, попробуем. Попробуем что-то, типа, чего я? Я забыл, как чувствительность мышки снизить, у нее она слишком высокая. Ну ладно, так, тут врагов много. Типа, все то же самое, только геймплей с видом сверху. Да? Может быть, это не самая плохая идея. Оружие. Это очень странно. Это очень странное ощущение играть в Painkiller с видом сверху. Но пока не могу сказать, что... Движение здесь, по-моему, побыстрее получается. Но очевидно, что они всего лишь сменили положение камеры, а не то, что эта игра... Я ведь не могу, да? Увеличить радиус обзора. Кейшки. Тупик. Хорошо. Очень странно. Да я не могу. А прыгать я вообще могу? Крючка как класса отсутствует, да? Возможно, это лучше на секретах скажется. Для секретов нам придется запрыгивать куда-то. Ну, окей, это очень странное ощущение. Что-то здоровье. Ух ты, ё-моё. Ну, дробовик они тоже точно запустили. И плохие кривые выстрелы бы дробовик в полноценной игре бы позволить себе не мог. Камон, хорош спаунить настолько близко ко мне, что я не успел выстрелить. Тут, очевидно, не хватает какой-то дифференциации между трупами врагов и еще живыми. Секретов-то много. А, секретов 5. Здоровится. Машина. А по ней можно залезть, может? О, отлично, это и был секрет, да? Очень странно работает камера.
тупик. Иду тупик, иду. О, патрончики. Так, хорошо. Так, этим мы не можем, да, видимо, разбивать. То есть даже вот эти чуваки, которые в обычной игре выстрел с третьего, с четвертого выбиваются здесь быстрее. Кто меня стреляет? Очень. Тупик себя лучше не загонять, короче, да? То есть здесь у нас есть рельеф, и его надо учитывать. Спасибо, игра. 50 патронов, еще неплохо. Это ведь, надеюсь, глюк. Я должен что-то сделать, чтобы их убить. А, то есть я должен их заманить сюда. Ах ты. Ну вы, конечно, причем тип врагов не выглядят другим, да? То есть я должен был сам догадаться по этому. Да. Я серьезный вопрос к геймдизайну. Это у нас что? Ага, это... Кстати, хорошее оружие, очень было. Не так отлично. Забавно. Да, со спины не подступаю. Оу, это было очень неожиданно. Очень неожиданно. Все хорошо, по хп.
Да блин, как тебя обойти-то? А, я здесь запрыгнул, нет. У меня 12 хп. Что вообще не... И типа патронов нет ни хрена, да? Но только. Ужасно. 100-230 врагов уже убито. Осталось еще 400. Классно. Классно. Посрешься просто. В машине больше нет секретик, да? Отлично. Чуть побольше хипов стало. Так, 123. Я бы даже сказал, что это приличное количество хипов.
Так, главное не давать загнать своего. Здоровьешка. Прекрасно. Так, что сейчас будет опять? Мясо. Это было проще. Потому что, мне кажется, я наблатыкался вот этой херотой. Просто их спаунить. Как уж солд называется. Ой. Зачем патроны? Патроны нужны. Ваха. Все, что ли? Так, отлично сыграно, здоровья полно, патронов полно. Там. Почти ритмичная игра получается.
Если они вообще знают, что они без баланса когда они делают. Все, пушка просто раскидывается всех налево направо. Раскидываем налево и направо. И осталось 100 врагов. Камера, спасибо, ты ужасна. Это босс будет какой-нибудь? Обычно главный систем ничем никто не сходил. Оу! Оу! Это было неожиданно. О, тихо, микрофончик мой, дорогой, не падай. Не надо трогать бочки. Не любить. Все? Еще. Что делать? А, ё, типа, отодвинуть серьезно, что ли? Класс. Очень нравится этот уровень, да, конечно. Что хоть стреляем-то куда? Серьезно? То есть надо было... А много раз стрельнуть, типа? Ну, спасибо. Еще. Ну, наконец-то. Очень необходимая в таком геймплее вещь. Все равно сотни примерно.
еще немножечко. Последняя арена. Здоровье тоже немножечко осталось. Патрончиков достаточно. Окейушки. Просто мне так много патронов дают. Здоровье. Работает. У-ху-ху-ху-ху. Нет. Так, значит, не работает, да? Было электрическим убивать. Окей. У него все еще. А, это просто типа мы достреливаем, да? Окей. Ну ладно, очень странный уровень. Не могу сказать, что мне нравится. Что там будет, чушка? Финиш в игре нет. Окей. Найми. Давай лучше классические все-таки попробуем, интересно. Вот с монастырь, да? Что там у нас будет? Ай, какой... Нет, я, видимо... Плавайте... Это... Плавайте пейнкиллер, что это обычный уровень. Ой, сразу же драться. Ой, это что-то новое. Тут все 151 раз. Нормальный уровень. Не очень длинный. Сколько секретов? Три секрета всего. Кто стреляет? Можно колометом.
мое, видимо, оружие кончилось. Видимо, они меня поощряют использование этой пушки дурацкой, да? Колей, моих любимых. Вообще ничего интересного, окей. О, колья. Отлично, дело пойдет веселее. Так не должно быть, да? Не имею плавать, да? Не имею плавать. У меня не было на сохранении, по-моему, ни одного со старта. Верно. Нельзя нам падать никуда. Но этот вы умирает. Они не очень меткие. Отступаем. А, то есть сейчас я добил всех, видимо, да? Не открылся вон тот место. Отлично, и сейвик. Сейвик — это хорошо. Теперь меня все убьют. Точнее, если меня убьют, если я упаду куда-нибудь, со мной все будет хорошо.
Это была вот эта кровавая дверь. Достаточно большой уровень для прохлушки. В смысле, нет, достаточно большое здание для того, что оно снаружи кажется. Ну, видимо, собираем три вот этих штуки. Может, не три, может, больше. Ух, ё! Это кто-то на гробах летает? Серьезно? Прикольно. То есть это реально сектантские приколы. Еще закрыто, да? Жаль. Нет, так типа походу прокатит, да? Тут специально так сделано. Пол, что ли, куда? А, вон. Туда, да? Ну, тут даже у меня какие-то спина нет, скоро есть. Сюда. Не, ну это голяк.
Ничего вообще. Ну, туда можно, конечно, раз прыгнуть, попытаться, но это чревато. Оп. А, вон, туда точно надо стоит распрыгнуться. О, отлично. Сыцепил секретик. Не сам сказать, что серьезный секретик, но тем не менее. Теперь мне, видимо, надо наверх как-то лазить. По всей этой херотобе. Ладно, я, возможно... Хотя нет, этот уровень тоже был бесячий, потому что очень много приходилось так лазить. Куда я могу здесь? Тупик, видимо, никуда. Ну, это жесть, конечно, что мне все это по новой от попадания. Он же не сохранился, да, блин. Был секретик. Thank you.
сделали. Еще там остался. Надо вернуться обратно, да? Что-то я зазевался, а то сейчас опять Это значит, открылся сейф. Его надо найти. На выходе? Нет. О. Я вот, по-моему, вот в этом месте у меня была жопа. А не тут ли будет босс? Нет. Где-то один еще враг остался, да? Или может вылезть получится, ну? Похоже, она, можно с чекпоинта начать последнего, да? Где-то я его потерял. Ты
Ой, блин, зря я это сделал. Пока закрыт, да? Ага, окейшки. Выход открывается, значит, все-таки надо выходить отсюда. Откуда-то идут. Как ты там оказался вообще? Угу. Это управление движения, верно? Здесь, наверное, тоже должна быть звездочка. Нет? Серьезно? Ну, нет звездочек, так нет звездочки. А, вниз. Так, здесь они, видимо, приносят свои жертвоприношения. А, три врага остался. Все одного где-то опустил, да? Ну ладно, это зато было недолго. Доки был большой уровень. Давай посмотрим, сколько врагов. Или хотя хочу, или я. Я не хочу. Все, давайте. Ай, я нож нажал. 332. На самом деле немного. Не хочу. Все, на этом спасибо. На сегодня хватит. Так, где у меня отдельная кнопочка?